Правительство пошло всем нам навстречу. Берег турецкий вновь открыло для всех нас. И тут же мы отправились навстречу со Средиземным морем, солнца не боясь. А чё бояться? Мы же все привыкли на Средиземном море отдыхать. Поэтому будем здесь загорать и веселиться, и вам докладывать. Тишь здесь на море или гладь? Доброе утречко, уважаемые любители рок-музыки. Доброго вам турецкого утречка. Гляньте, ни одного облачка нет. Абсолютно. Видать, сегодня опять будет холодно. Вчера было 40. Я думаю, что сегодня будет не меньше. А сейчас мы идем завтракать. И сегодня, уважаемые любители рок-музыки, мы пойдем в другой главный ресторан. Здесь ресторан Мирос для adults, для взрослых. А мы пойдем в ресторан Мира, главный, который для всех подряд. Там, говорят, выбор-то побольше. И пойдем мы по вот этому проходу, по потайному. Пойдемте с нами. К нему, видите, такая дорога хитрая. Это не для всех, это только специально сделали проход для Волощука СД. Знаете, чтобы никто ему не мешал. Чтобы он раз и сзаду подошел к главному ресторану и проверил, а умеет ли там готовить кофе латте. А? Вот так, пойдемте. Уважаемые любители рок-музыки, ну мы по потайному проходу прошли, выходим на главный проспект, и сзади главный ресторан мира. Идем туда. Они еще не знают, что приехал эксперт Мишлен. Я их покажу. Будущий, я имею в виду, эксперт. Я их прорекламирую. Они меня запомнят надолго. Дайте что-нибудь одеть, дайте, это я голодный, я есть хочу, не могу. Дайте что-нибудь одеть, побыстрее. Дайте и на голову дайте. На голову дают даже, Елена, тут не жалеют еще для русских туристов, вообще, особенно для рок-звезд. И причем самое смешное, что такие красивые женщины здесь. А? Спасибо вам огромное. Спасибо. Пойдем. Пойдем набираться сил перед пляжем. Где еда? Дайте поесть. Уважаемые любители музыки, я решил попробовать тут омлет. Я смотрю, там вкрапление колбасы есть. А я ж проголодался. Вы знаете, мне же мой режиссер не дает колбасу есть. Поэтому я втихаря, пока ее не видно, я себе омлетика с колбаской. Ну и огурцы для маскировки. Еще пару помидоров возьму. Пойду отнесу захваченные и вернусь за всякими вкусностями. Уважаемые любители рок-музыки, все, конечно же, познается в сравнении. Поэтому я буду сравнивать вчерашний завтрак в ресторане для взрослых с сегодняшним завтраком в ресторане для всех. Вначале я пройдусь по гастрономическому ассортименту. Конечно же, выбор блюд здесь значительно шире. Особенно блюд для детей, сладостей всяких и мороженого. Но по сути дела, если говорить о кухне, то это и все и есть отличия. Но самое главное отличие от взрослого ресторана в том, что там тихо и респектабельно. А здесь стоит шум и гам, создаваемый большим количеством гостей и детей в том числе. Но почему-то люди предпочитают ходить сюда. Почему, не знаю. Хотя семейных пар я бы не сказал, что здесь очень много. Может быть, из-за более богатого выбора. Но сейчас пойдем попробуем все на вкус. Может быть, здесь вкуснее готовят. Сейчас увидим. Я решил сегодня похулиганить уже по-взрослому. Я еще взял картофель фри. Ну, простите меня, уважаемый любитель рок-музыки. Ну, такой я слабый человек. Уважаемый любитель рок-музыки, я увидел здесь настоящие маслины. А я вам напоминаю, что настоящие, они не черные. Они буромалиновые, вот такие. Я их люблю. Знаете, они не крашеные, они такие натуральные. Ну, все, вот. Ну, все, на целый день не хватит. Я еще возьму пару десертиков, легкие. Тут я уважу своего режиссера. Возьму пару легких, вот таких вот. Тут творожок с орешками. Ну и, наверное, вот такой. Чтобы выпить за ваше здоровье. Ну, в честь такого прекрасного утра. Вы же видели, что туч нет. Я пошел. Уважаемые любители рок-музыки, ну вот мы готовы к трапезе. И я, как настоящий русский интеллигент, что должен в первую очередь сделать? Не угадали. Сынок, они не угадали. Они думали, что я тосты буду произносить. Нет, я сначала сниму шляпу, потому что настоящий русский интеллигент, он ест за столом без шляпы.
Руки я уже помыл, настоящий русский интеллигент. Шляпу снял. Вот теперь, наконец-то, я произнесу тост. Перед потреблением, я надеюсь, прекрасной еды. А выпить я хочу, знаете, за что? Я хочу выпить за то, чтобы наш стол был всегда так богат и разнообразен, как в турецком Super All Inclusive или Ultra All Inclusive. Вот за вот это, давайте. Ну что, омлетик отличный. Прям сделано, я хочу сказать вам, мастерски. Вот, вот что я хочу сказать. Огурцы прекрасные. Осталось попробовать маслинки. Я руками, с вашего позволения, я руки мыл. Напоминаю всем. Хорошая маслина. Настоящая. Не красная. Все нормально. Уважаемый любитель рок-музыки, приступаю к оценке десерта. Это какая-то фейхуа измельченная. Ничего вкусного очень. Да, это фейхуа. Пахнет клубникой. А вы знаете, что фейхуа пахнет клубникой. Так что это фейхуа. А по поводу этого сока, что хочу сказать. Вот, казалось бы, огромный отель. Множество отдыхающих. Ну, как не пойти по пути наименьшего сопротивления и не начать делать соки из порошка? Нет, свежевыжатые. То есть, соответствуют уровню отеля. Вот, вот это отмечаю. И хочу выпить за то, чтобы мы с вами всегда были на уровне. В любом деле, особенно в своем главном. А у нас главное дело, вы знаете, какое — рок-н-ролл. Поэтому мы будем лучшими, на уровне будем, давайте. Приступаю к десертику. Кофе пока не принесли, но буду пробовать. Видите, сверху здесь они порезали нектаринчик. А ну, попробуем. А ну. Хороший, кисенький. Насыпали какого-то зерна. Это мюсли с орехами. И с зернами, с какими-то пшеничными. Вкусно. Вкусно реально. И, видите, измельченный такой творожок. Мусс прям. Йогурт. Йогурт. Вкусно. Вот сочетание просто очень вкусное. Вот этими мюсли и с творогом. И с нектарином. Уважаемые любители рок-музыки, я еще не наелся перед выходом на пляж. Поэтому буду опять пробовать арбузики и инжирчик, видите, еще не до конца дозревший. Он такой не очень сладкий, это очень приятно его есть. Он уже мягкий, но еще не засахарившийся. Сливка, нектарин, но для меня главное — арбуз. Ну, арбузы прекрасные. Хрустящие, в меру сладкие, холодненькие. Хорошо. И нитраты не чувствуются. Вы же знаете, когда нитратный арбуз, на вкус такая кислость, такая неприятная. Это нет, нормально. Уважаемые любители рок-музыки, наступает час X для вот этого прекрасного ресторана, на первый взгляд. Принесли кофе-латте. Сейчас будем пробовать, на что они способны. Трудно меня огорчить. Кофе очень горький. Это пережаренные зерна. Поэтому ресторан Adults Mirros побеждает в этой неравной схватке. Или в равной. В этой схватке победил ресторан Adults Mirros. Мира проигрывает, потому что кофе никуда не денется. Я вот даже пить не буду. И поэтому произношу тост, запивая это кофе водой. Уважаемые любители рок-музыки, но я обязательно должен произнести заключительный тост, вы же это понимаете, да? И поэтому попробую этого кофе с пережаренных зерен горького. Я хочу выпить за то, чтобы мы горечь в этой жизни испытывали только тогда, когда вот пробуем неудачно сваренный кофе. Пробуем, отставляем в сторону. Вот только чтобы в этом случае мы пробовали горечь. А так, чтобы жизнь наша была сладкой и прекрасной. О, вот так, давай. Ну, спасибо, накормили, прям вообще объелся, так не знаю, как вообще, как выйти отсюда, не пройду, ну дайте, наелся. Всем привет. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры.
расскажет рокер Валащук.